это одна из тех историй, которые охотники пересказывают друг другу. История настолько невероятная, что со временем превратилась в сказку, в которую не верят. Однако, в нашем современном мире есть такая вещь, как видеокамера, которая засвидетельствовала всю правду до мельчайших подробностей. Это случилось несколько лет назад на самой ожидаемой охоте, весенней, и вошло в историю как сказание о теплом тетереве. Как вот сюда и села, да. Сразу двух захватила. Ну, вот здесь вот, где тихо. О, бобровый беспредел. Господа, ожидающие тяги. Тягуны. Тягуны. Главное зарядить. Главное выпить. Потому что ни хрена не видно. Я тебя посвечу. Куда светить? Нормально? Что за стойка? Охренеть. Не, не попал. Как это не? А куда же я попал? Ну попробуй еще. Вон там птица какая-то. Куда попал? Подожди, вон там сорока что ли? Я целый не вижу, куда нет. За сосной, понял. Она давно шерудила, когда я там ходил. Да вон, вон. За кабаном, говорю. Вот так виднее. Вон, чуть выше и за. Вон, белое с черным. Вот я тебе посвечу. На уровне чего, кабана? Ну чуть выше. Ну выше кабана он стрелял. Потому что на кабане. Кабана хоть попади. Я, кстати, стрелял, не попал ни разу. Кабана я попал. Где? Вон, главный тащит. Блин, да вон на в кустах бегает, смотри. Пойдем, Леха. Пойдем с подхода. Да чуть-чуть. Да вон, блин. Ты с подхода, ты чё, не надо, давай отсюда, давай отсюда. Стой! Увидишь? Вон, вон, вон. Вон, вон. Метров пять за кабаном. Вон, вон, вон. Вон дальше. Стрельни дальше. Вот дальше ты должен стрелять. Че, попал что ли? Попал что ли? Да. Я не могу найти. Где там? Ну где там? Куда стрелял? Дим, помоги! А? Помоги стрелу найти. Вон там она была. Блин, Дим, помоги. Он не понял, куда стрелял. Я тебе говорю, вот там она была. Я одну нашел. Сережа, стрелу в своем списке. Я попал, блядь. Я тебе говорю, она там бегается, стрелы в жопе, блядь. Двух был, да, я ну, слышал. А что ты? А ты все-таки она попал в сороку, что ли? Здорово. Кого? Сорока здорово, блядь, ты мне попал. Ага, стрелой-то такой здоровый. Сорока бы здоровый. Она бегает, она бы начала орать и прилетела в ходу сорока. Я бы убиваю. Ну, очень. Убиваю себе убиенного. На, по-моему, поищем. Пошли. Да, это мой. Дим, пошли, по-моему. Пошли. Пошли. Да выпить хочу. Я не пью людей. Давай еще мастер-класс один выстрел. На. Стрелу кабана светит. Да. Ну, Леш, я попал. Да быть не может. Не, я слышал, что чувак мой. Я слышал. Дожди, дожди, Олег. Звук был, Дим? Был, да. Как об это было? Ну, а что такое? Ну, может быть, обед такой.
Отлично. Опять 12. 12? Пойдем проверим. Пошли проверим. Врет как Троцкий, блин. Пошли. Пес. У тебя глаз светится. Жень хочется. Так, знаешь, я ему только килограмм курицы дал. Серьезно? Куриный ходит шеи, конечно, он поет. Дим, пойдем, у тебя тоже фонарь есть. Пошли, пошли, да. Дим, да пошли, ну, блин. А, представляешь, у тебя сорока стухнет на участке. Смотри, какой классный костер. Шикарный костер. Ну что, поем, поищем? Ну и что, 12? Неа. Восьмерка. Да, факт. Ну лучше. Восьмерка? Да. Дим, 8, Дим. Ночная стрельба. В темноте. Да вот она лежит, сорока. Где она? Да какая-то сорока. Ты че, блин, приснилась, что ли? Да и че не сюда стрелял? Ты дальше стрелял. Че ты? Я дальше, она где-то вон там была. Чего ты перед ним? Не в землю, я вот, вот так, я вот так стрелял. Ты вот где-то вот через этот снег стрелял, я что вот так, вот там. Да ты офигел, у меня нет тут ничего. От тебя до меня метров 13 уже. Ну 13, какая разница. Понятно, блядь. Нашел. Чего? Ха, ха, Дима! Ты прав, сорок. Подожди, какая сорока? Ха-ха, Дима! Ха-ха, обалдеть, блин! Дима, смотри! Это была не сорока, это был бобер, блядь. На башка болит. Слушай, ни хрена... Олег, тебе медаль надо за это. Да ты посмотри, шутник, блин. О, блядь, ни хуй. Да какая-то сорока. Это же что? Тетерев, блядь. Да ладно тебе. Ты Тетерева никогда не видел, что ли? Нет. Бля, Олег, ну ты мастер-класс исполнил. Ебаный. Охренеть. Ёб твою мать. Я в башку стрелял вообще. А ты кто? Не трогай, снимай, Лёш, сорока? Снимай. Это сорока, да? Это Тетерев. Это Тетерев, блин. Это молодой Тетерев. Да ладно, ёб. Это Тетерев. Ши, прям попал, смотри. Из инстинктива, блядь. Сколько здесь дистанция? Метров 15, блядь. Какие 15? Он стрелял вот оттуда. Метров 17, 18. Вон кабан. Все, сразу снимай. Телефон, что, телефон. Да, сколько метров до кабана, Лё? Дальномер есть? Да, как... собак, уйди. Тетерев на участке. Я себе, Дим. Не могу. Слушай, экология, блядь, однако. Экология, да. Я пойду с камерой, как это забыл. Да ладно, сейчас собаку отгонять тогда надо. Слушай, нифига себе. Лёг, свети. Как светить? Ты сотать хочешь? Да, я сотать хочу. Охренеть, блин. Дим, лук тогда захвати, Дим. Лук захвати. Да с луком фотографируй его. Слушай, вот это номер, блин. Охренеть, блин. Живой? Саня упал, ёптю. Слушай, от этого номер, блин. Слушай, он, наверное, вот... Подожди. Я вот только что стрелял в кабана, он у меня над головой сидел. Вот на каких-то из этих ёлках, блин. Не-не-не, Лёха, он сидел... Не, подожди, он у меня сидел. Потом он, видно, упал. Я еще Диме сказал, Дим, что у тебя на дереве? Дим говорит, что у него сорока здесь живет. Подожди, это он сел, получается, и как раз ты его увидел. Я думал, сорока. Башка болит, пипец. Слушай, ну ты с больной головой да такой выстрел. Обалдеть.
Стрелок безумен и счастлив, блядь. Мистика, чтобы этого тетерева добыть, надо в 3 ночи сесть, блядь, караулить. Не, ну я, нет, я сигареты курить не буду, но я сигару закурю под это дело. В час ночи, блядь. В час ночи, с больной головой, блядь, с разбитой рукой. Как он сюда попал? Что он тут делал? Я тебе говорю, у меня сидело, вот, когда я вынимал стрелы, у меня что-то наверху, на вот той сосне. Я тебе еще сказал. Что ему привлечь? Кабан. По говну за 40 километров. Вместо того, чтобы сидеть, жрать шашлык, бухать. Бухать и стрелять их деревом. Это пи***ц какой-то. Это мой самый лучший друг. Ученик, практически ученик. С расстояния около 20 метров подбил тетерева у меня на участке. На моем участке небольшом, 0.5 гектара у меня. Тетерева живут, бобры живут. Бобры, да. Сначала думали, это был бобер, оказался тетерев. Слушай, они орут, бобер, он бобра завалил. Скажи, пожалуйста, он бобер где? Между твоим летним замком и зимней резиденцией. Зимней резиденцией. Нет, ты представляешь? Это же тетерев. Это тетерев, да? Это чистый тетерев. А ты никогда не видел тетерева? Чистейший. Я не видел тетерева, я и этого вашего кулика, или как он там. Лед держи, Саш. Вы бы его принесли, что ли? А то сейчас бурсуки какие-нибудь сожрут. Нет. Че не? Хотя мы будем ждать бурсуков. Теперь на живца. Теперь да, на живца и зверь. Там за кабаном. За кабаном. Пойдем, посмотрим. Ты представляешь? Лёха кричит. Я ничего не увидел, что-то не увидел. Серия вторая. Иди, ходи, ходи. Саня, смотри, можно прям с игрока. Хуба! О, кстати, правильно. Да. А ты заснял, да, Лёха? Да. Не, ну я фото не делал, на видео. Да это фотографируешь. Ну иди. Эй, собака, стой. Он далеко от кабана еще. Он стрелял вот отсюда. Сейчас собака сожрет. Не-не-не-не, не возьмёшь. Это моя добыча, блядь. Это моя добыча. Нет, вот тетерев твой, а вальшнеп это я попал. Нет, Дима, вальшнеп Лёха даже сказал. Красиво, да? Смотри. Охренеть. Животина. Жил долго. Смотри, со спортивным наконечником стрелял. Ну, а как ты хотел? Прям в шею, блин. Да случайный выстрел. А? Не надо, не надо. Ты что, это птица крысевинная? Красивый, да, красивый. Просто. Смотри, какая птица. Случайный выстрел. Ё-моё, да он достаточно взрослый. Молодой как? Молодой, но достаточно взрослый. А, знаешь, почему мы спутали с сорокой его? Молодой, белая. Но, молодой, говорит, но взрослый. Сорока, блядь. Сорока. С белая, блин. Белый. Белый, да. А смотри, какая башка красивая, красная. Тетерев. Вот так. Вот да, а где лук-то? Лука нет. Лук. Вот. Стрелой. Какая стрела, Лёха, у нас была из интуитива? 300-я, которая не подходит к этому. Олег, бери его и пошли на веранду. Слушай, один тетерев вряд ли бы здесь был бы. Гнездятся, они здесь гнездятся, Дим. Тёплый. Смотри, тёплый. А чё? Он же недавно убиет. Слушай, может, это вы подложили мне? А когда мы его ловили? С вечера. Подложили мне с вечера. С утра, уехали на охоту. Нет, с утра. С утра. Мы с утра. В Москве купили тетерева. Килограмм. Причем теплого тетерева. Теплого тетерева купили в Москве. Ребят, я на самом деле правда озадачен. Я за ним езжу 40 километров отсюда. И ночую в палатке. А вы приехали с охоты, на которой я вальшнеп взял. Вот такого вальшнепа. Все это засними, да? Вот такой. Димка взял вот такого вашего, который упал после моего выстрела. После того, как Алексей промазал, 45 метров с пятеркой стрелял, да? С 54, Дим, не путай. Слушай. Осад на сорок действительно похож, черный с белым. Слушай, а как же он не шуганулся? Питерица птица аккуратная. Может, он состарился? А, он мертвый был. Он мертвый состарился. Причем теплый. Нет, он был больной. Он был больной тетерев. Горячий. Температура. Он умер. Он больной тетерев. Фу, кстати, шутки шутками. Так, Лех, дай какой-нибудь пакетик. Да кинь его в багажник. Мы его в морку берем. Не, его надо туда же. Мы его в морку берем. В морку берем. Вот, просто
Стрелок свалил. Да, я валил. Я сначала грохнул, поэтому его вышел. Да убить тетеря, он грохнул, а сороку. Бобра. Бобра. Шумка должна вся вариться. Бобер. Гусик. Нет. Чайка. Чайка. А, не, гусь. Высоко идет. Ну вчера это было гага, блин. Вот, пожалуйста, щеки. Только сидим, уже гусь идет. А вечером он будет добыт нами. Картечь не забудь вложить. Чем картечь? Гуся я беру пули. Пули? Нет, ты настоящий полковник. Я бочным бы подстрелил. Ну только на крылочке. Вот такой бочным был. Слушай, Дим, под 200 Дим, шел. Дим, 220. Под 200, Дим. Да, машины мы уделали, конечно, капитально. То, что вы увидели, конечно, было снято людьми, переполненными эмоциями, свежим воздухом и красивой просыпающейся природой. Но эта невероятная история запомнилась не только теплым тетеревом, но и теплой компанией друзей, которые каждый год снова и снова ждут встречи на весенней охоте.